видео прислал посылку дошкольника. Это не я, это с этого сайта. Я ни при чем. Так было написано. Косточки, абрикосы, срил, присланные садоводами с Хакасии для школы сеются, готовы к посадке. Администрация школы выражает благодарность Скугареву Антонине Ивановне. Привет, Антонина, вы всегда рядом. За сотрудничество в разработке проекта. Вот, а это я пишу. Операция «Школьный сад» обречена на успех. Кстати, Антонина, ну, все эти фотографии, которые сейчас на WhatsApp, они мне ничего не говорят. Я не умею сюда переносить. Хорошо бы, уже бы сейчас мы любовались бы, потому что у вас уже высадка состоялась. По железу, нагряды, все. А почему обречена на успех? Предпоследняя посылка, которая была заложена 15 января. На эту сертификацию. Предпоследняя. Вот она, от нее пришла фотография. Ну что, зайдут? Вот вторая. Вот. Валерий Константинович, слива китайка красно-фиолетово, заложена 10 января. 10. Но я бы еще 15-го. Песок, я же в Сибири, прошла 100%. Вот так. На фото не все корешки видно, но они есть. Только на одном тресте он еще не высунулся. Я их выкапываю с палаской водичкой, чтобы рассмотреть перед посадкой. Лилия Ражева. Лилия, тоже привет. Я давно тебя сестрой называю. Вот. Ну что, обманул я, нет? Вот Лилия, это одна из тех, кто поверила мне. Москвичка. Она мне поверила. На тот момент, вот сейчас бы я не стал бы себе денег брать, на тот момент она потратила на это, сколько тут? 20. 20, да. Потратила на это 500 рублей. Так. Все, она сама говорит, все нормально. Вот сейчас их сам это высаживает. 20 деревьев, ну, судя по размеру, это где-то не дикари, не культурные, что-то посередине. Вот, они обречены на успех. Единственное, учитывая, что Москва мне всегда вызывает легкий такой, как бы сказать, к сожалению, не при почвах ваших. Я такого нагляделся под Москвой. Огромный дачный массив, все на глине. Дождь прошел, идешь под ногами, чапк-чапк, и трава жиденькая. Что там садить? Я еще тогда москвичам тут же совет дам. Ходить. Если у вас такая почва, как я сейчас сказал, чапк-чапк. Вот. Еще и склоны обязательно, не обязательно там, допустим, все равно на юг, на запад. Может быть и на север. А это значит как бы северный. Мой совет. Я видел, сколько труда москвичи вкладывают в всякую ерунду. Ну, то есть они привыкли жить в раю, а в этом раю у них растут совершенно все, начиная от Тимирязевского сада. И следите, эти десятые, я еще камень кину у вас. Тимирязевский сад. Я видел только яблони, груши и вишни. Вот. Конец июня, а там еще на месяц все быстрее. Вот такие должны быть яблони, груши, если это, ну, все-таки селекционный сад. Они же не могут эти ранетки выпускать. Вот. Они все вот такие вот, скрюченные, да, на них смотреть месяц нельзя. Все полностью заражено паршой. Вот я иду 10, 20, 100 деревьев парша. Подмосковные сады. Двое суток изучал. Делать-то было нечего. Вот. Все сотни парша, сплошная парша, деревья все в мху. Все, это тихий ужас. Как они посмели сказать, что это самое, если обрезка не калечит, так я ничего понять не могу. Вот. Потом я расскажу, в чем разница между обрезкой сеянца, привитого саженца, корневого отводка. Но это будет ниже. Сейчас получается так. Лилия, самосвал лучше 3. С хорошей землей. Никаких ям этих самых метровых кубов. Менять почву это напрасно. Сверху большой холм. Чем земля глинистее, такое слово, не научное, глинистее. Вот, тем больше холм, и выше, и шире. Посадили, так, по первый год-два будет расти, питаясь этого холма. Потом корень пойдет, уйдет в этот, в глину. Он пройдет сквозь глину, как сквозь масло, потому что это абрикос.
У него специальные корни, это буровая установка, они ничем не становятся. Все остальные верховые корни расползутся и начнут постепенно проникать в глину и перерабатывать ее. И там, где вы перед этим как насыпали хорошую землю в виде холма, а там понятно, желательно не тронутый дерн. Копните глина, а теперь мысленно копните через 3 года после того, как через 5, как дерево посадили. Нету глины? Нету. Я работу червей показывал. То есть это самое глинистое, паршивое место негодное. И там уже абрикос посадил. Вопрос только 1, 2 или 3 самосвала с землей. Вот и все. И посадка по железу. И вот эти все 20 будут плодоносить. Вот эти 25 рублей обернется 25 тысячами, а потом 250 миллионов и так далее. Тем более для вас это все диковинное.